Публичное выступление – финальное испытание для конкурсантов педагогического дебюта 2023. В течение 7 минут молодым педагогам было необходимо раскрыть выбранную актуальную проблему в сфере образования и предложить пути ее решения. Главные критерии оценивания – это глубина, масштабность. То есть даже из этих критериев понятно, что на это выступление делаются большие ставки. То есть педагоги должны раскрыть тему, которая им наиболее интересна в педагогике, чем они увлекаются, ну и что у них уже хорошо получается за столь короткий опыт работы в школе. Участники затронули такие темы, как профориентация и электронные образовательные ресурсы, гуманная педагогика, роль предмета основы безопасности жизнедеятельности в стремительно меняющемся обществе, технологии театральной педагогики на уроках английского языка, клиповое мышление и другие. Профессиональная ориентация дает возможность ответить на один из достаточно важных вопросов в наше время. Куда идти после школы, как себя реализовать, в какой сфере себя пробовать. В основном этой проблемой задаются ученики старших классов, выпускники. Что мы сегодня, система образования, педагоги и родители, можем противопоставить этой многомиллионной индустрии развлечений? Современное поколение социологи уже назвали поколением альфа. Это дети, у которых свои особенности, когнитивные особенности. Чей дебют, по мнению жюри, окажется успешным, узнаем совсем скоро. Следите за новостями. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.